Доброе утро всем! Сегодня у нас 8 августа 2022 года. Ну и вот, я думаю, сниму вам мой куст опять. Смотрите, как он разросся у нас. Какая красота! Уже такое второе у него цветение получилось. Очень мне он нравится. Видите, какой красивый олеандр. Солнышко встает так, в общем-то, у нас. Жарко сегодня опять обещает вторую волну жары. Нет, уж третью, наверное, не вторую. Вчера видео не делала, уже поздно, как говорится, у меня все это закончилось дома, потому что гриль делали, грилили. Пока с внучкой по телефону поговорила, пока то все, и время-то и прошло. А вот смотрите, у меня еще куст розочек тоже цветет. Тоже, видите, они такие так сочетаются с олеандром. Очень мне олеандр нравится. Сейчас я вам так поближе сниму. Вот эти мои розочки. Ну, тоже, конечно, где-то отцветает. Надо подрезать их где-то. Видите, как красиво. Плавно переходит в олеандр. Мы кофе вышли попить. Сейчас покажу еще мою гортензию опять. Так, пройду сюда. Покажу, что я тут наделала. Вчера пересадила вот маленький олеандр вот сюда. Решила я его на улице держать, видите. Вот пусть сидит на улице. Ну, пока немножко еще тут как бы невидимо не приспособился. Чуть-чуть. Как бы болеет, что ли, ничего. А это гортензию Жан-Люк у меня подрезал ее. Она уже тоже отцветает. Все уже. Он ее вот так почистил, подрезал все это. Все, к зиме ее уже готовим, потому что все. Вот. Какие у нас тут новости. Ну, мы так кофе опять уселись попить кофе. Так у нас тут все по-простому, видите. Утрешнее кофе пьем. Ну и кормушку хотела. Поилку для птиц он какую тут у меня опять соорудил, потому как жарко, птички хотят пить. Видите, вот такую поилку он соорудил для птиц. Ну, водичка потихоньку убывает. Вот уже осталось вот столько. Вот. Вот так он. Где-то в интернете тоже нашел. Вот так приспособил ее. Видите, как у нас все. Птички прилетают. В общем-то, все пьют. Сегодня попытаюсь вам какое-нибудь большое видео снять. Потому что сегодня такой понедельник у нас. Такой будет день домашних дел. Не знаю, что еще не знаю, чем будем заниматься. Особо как-то и не знаю. Но вот так у нас. Небо чистое. Нас вот опять обещают до 36 градусов. В общем, посмотрим, поживем, увидим. Солнышко встает. Все, вот так Райка спит. Кстати, у Райки ножка все уже прошла. Ну, может, и болит, но визуально уже и не видно. Вот. А знаете, тоже интересно, вот тут два цветочка у меня было вот в горшочках, видите, и в общем-то они у меня погибли, и мне написали, я знаю, видела там как бы, ну, одно из сообщений, одна женщина мне написала, что олеандр, он, ну, с ним трудно уживаются другие растения. Вот, видимо, в этом была и причина. Обе вот этих вот, оба цветочка у меня и погибли в горшках. Ну, видимо, из-за олеандра. Ну, розочка как-то ничего наоборот. С ним хорошо соседствует. Может, потому что цвет у них одинаковый. Вот видите, они так сочетаются. Может, и поэтому. Ну, ладно. Пока буду заканчивать. До следующего видео. Спасибо вам большое за внимание. И всем доброго, приятного утра, у кого утро. Ну и кофе пития, наверное, тоже приятного. Пока-пока.